Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Санкт-Петербурге на матче шестого тура МЛБЭТ Первой Лиги, на матче между ленинградцем и Акроном. Ну, уж коль скоро мы с Гурулева начали, давайте состав хозяев называть. Голкипер номер первый Егор Смирнов. В центре обороны 17-й Валерий Коптилов. Казаков, передача вперед. Бачинский. Дальше направо на Ильина. Удастся ли ему один в один переиграть? Удается. Удар в дальний угол. Волков мяч накрывает, при том, что мяч этот был отнюдь некомфортным для Сергея Волкова. Передача в центр. Попытка обработки неплохая. Это Песегов. Далее в штрафную. Внимание, Кирин. Это офсайд. Выжигает заранее флажок помощник главного арбитра, а мы молим коллег. У Сиротова слева есть открывание, и мячом награждается Китяев. А дальше что? Прострел, где мяч? Можно бить, удар! И блокирует удар Егор Данилкин. Это было очень опасно. Да, это по-настоящему опасный момент, и очень здорово. И с подключением Ильина эту атаку провели, отмечаем. Ленинградец, но вот передача вновь не была опасна, но выходит из ворот Волков. И вот такой удар, и мяч на ленточке. И останавливает Савичев. Пожар! Да, и Сиротов передачу делал вот эту, да, которая могла стать голевой. Куда побежал Волков? Уверенно, это правда, хорошая скидка. Бачинский в штрафной площади. Бачинский ждет передачи Николаев. Удар по воротам! Волков, да, дотянулся. Кажется, да. Прекрасная работа Волкова. Маркин второй, стоит рядом с Жиромкиным. Горолев, подача, внимание, удар со скоком от газона, гол! 1-0, ленинградец! Назревало в последние секунды и вызрело! 1-0! Савичев полезет сам, но почему бы и нет? Однако передача поперек, и дальше Мельчат. И вот такой удар! Вот Давида Купаева следует, и блестящая работа Смирнова. Да, и в опорной зоне сейчас, получается, немножко не доработали. Но вот вопрос как раз к тому, что Казаков и Горулев. В черных и красных цветах там еще и принтус имеется. Удар! 1-1! Вот это удар! Танцы Яковлева попытаются соперника одного другого пройти. Дальше фолит, и мяч останется у Акрона. Странный розыгрыш, и все. На этом все. Ленинградец Акрон 1-1. Оба мяча были забиты во втором тайме.